Прием-прием, друзья, на связи Шедимен и, конечно же, Леди Леска. Всем привет! Сегодня мы будем с Леской в образе маленьких детей в Майнкрафте, и, само собой, мы также поменяем голоса. Планы сегодня максимально простые. Мы прилетим в наш город, в нашу деревеньку жителей, пока что нубы там чем-то занимаются, и начнем их просто жестко троллить. Смотрите, что у нас сегодня есть. У нас, короче, есть пистолетик, который паутины стреляет, всякий порталган, короче, ведро славы, плащ-невидимка, еще много-много-много чего, и я даже не знаю, что именно сегодня будет происходить, но ты прямо сейчас обязательно не забудь поставить лайк под этим роликом и напиши в комментариях, какого возраста ты бы хотел быть всегда, вот каким-то вот стать, например, тебе, чтобы тебе стало там 20, либо 10, либо 30 лет, и чтобы у тебя всегда один и тот же возраст был. Вот, напиши в комментариях, какой возраст для тебя самый-самый лучший. Ну что же, а мы сейчас через 3 секунды, получается, с Леской меняем голоса. Так, Леска готова? Да. 3, 2, 1. Голос изменен, друзья. Все, смотрите, привет. Голоса полностью поменялись. Это мой голос и новый. Да, кстати, чуть не забыл сказать, обязательно не забывайте поставить лайк и нажать на красную кнопку подписаться. А сейчас мы звоним нашим нубам. Так, ну что, Леска, готова? Да, давай, давай. Только нам с тобой нельзя называться Леска и Шэди. Давай придумаем псевдонимы. Так, давай я буду какая-нибудь Шпилька. Шмулька. Не, давай просто, короче, я тебя просто сестра буду называть, а ты меня просто брат будешь называть, и все. Да, я давай. Я думаю так. Все, давай звонить. Давай. Ой. Так, набрал номерок. Так. 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 Гудки, идёт гудки. Давай, алло. О, алло, здорово, это кто такие? А вы кто? Как кто? Это вообще-то брат с сестрой звонят, вы чё? Какие еще брат сестра? Мы не сказали, что ты знакомый, не разговаривал. А, так это этот, Брок и Лосьон, что ли, там говорят? Нету брат сестрой. Да, вот это Брок. Да это мы друг другу брат сестрой, понятно, что вы нам не брат сестрой вообще-то. Мы сейчас к вам, короче, прилетим, так что ожидайте, у вас сегодня самый веселый день будет. А откуда вы знаете наше местоположение? Да, откуда они знают, кто вы такие? А, так мы вообще-то подписчики Шедимена, Нубика, Кубика, Лески и Брока вообще-то, да. Понятно, да, понятно. Зачем? Тогда ждем, тогда. Все, давайте сейчас приедем, все, пока. Все, Леска, пойдем, короче, в самолет садиться. Так. Слушай, они, по-моему, в шоке там были, да? Так, смотри. Садись на заднюю сидушку. Села, я села. Только ничего не вижу вообще. Так, все, давай, полетели. Давай. Смотри. Ё-моё, взлетели, все. О, капец, смотри, вон смотри, они стоят. Здорово, нубасьоны. Чё делаете? В смысле, чё, какой подписывайтесь, кстати, лайки ставьте. Ставьте. О чем они там говорят вообще, они я не понимаю. О, нифига ты делаешь, видео. Ничего себе. А тут как Нубик, какое видео? Здорово, нубасы. Чё вы это вот тут за смайлики построили? Чё это такое? Это мы вообще-то, в смысле, не узнаете, что ли, наши голоса легендарные? У меня голова закружилась. Так. А что они такие нубасы? В смысле, сами вы нубасы, вообще-то мы самые крутые. Мы круче, чем вы у нас. Мы самые крутые в Майнкрафте. Нет, мы самые классные нубасы. Ложись! Давай, вылезай. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что случилось у нас? Летим без крыльев. Шефочка, я что-то Ой, брат. А где я-то? Где я-то? Давай. А где же сестра? Сестра, так, а ты здесь что ли? Ты здесь что ли? Здорово, здорово, слушай, не видно ничего было. Эй, вы! Вообще. Тихо всем! А где они? Нубик, сейчас... Эй, брат, а где брат? А вот почему вы нам... Брок, тихо! А где ты, Нубик? Да, Брок, я тут! Тихо! А где ты тут? Какие они злые, я не хочу же с ними играть вообще. Вообще злой какой-то, непонятно. Да, Нубик, а ты где? А что так, сказать? Так, сломаем все эти смайлики непонятные, короче, что-то понастроили непонятно вообще. Да, Брок, так, тихо, а где Брок? Я фанат Брока, Нубик, я Нубика не люблю, я фанат Брока вообще-то, где Нубик? А Брок там вообще что-то сидит где-то. Они ломают трубы наши смайлики. Так, куда он пропал-то, куда он пропал-то вообще? Вы так сломали самолетом. О, Брок, привет, я твой подписчик. Карапуз какой-то, о, привет. Какой ты маленький, смешной. Вообще-то я большой, я старше, чем вы, в смысле да маленький, вы совсем что ли офигели? А почему как ты старше? Нет, нет, ну явно потому старше что просто вы, у тебя какое-то заболевание, наверное, у тебя голова большая, вот, понял? Это у вас, наверное, заболевание. А у нас пропорции правильные, между прочим. Да, у нас вообще-то тело и голова нормального размера, не как у вас. Давайте насчет раз, два, три, так, чего? Кого как зовут? Меня зовут... Меня зовут... Я не знаю. Я не скажу, у меня нет... Ведь вы даже своего имени не знаете. Нельзя тебя, говорить. Наверное, не сказали, как тебя зовут. Еще имени даже не придумали. Меня зовут Огнемет Васильевич.
О. Огнемет Васильевич, это прям, ну, да. Ну это прям сильно. Давайте мы вам просто будем брат и сестра называть. Так легче. Пойдет. Короче, я огнемет, а это получается... Пойдет. А почему у нее один зуб и у тебя один зуб? Меня зовут Ежиха, все. Это Ежиха, да, это Ежиха, а я вертолет. О, так, этот, ну, огнемет. Давайте, чтобы не ломали. Хорошо, так у вас тоже по одному зубу. А почему у вас зуб один? А почему у вас один? А что у вас слюна? А мы первые спросили, мы первые спросили. А у вас слюна течет? Первое слово дороже второго. Так, все, пойдемте, давайте. Так, короче, сегодня мы с вами поиграем всякие прикольные штуковины. Мы первый раз находимся в этой деревне жителей Шедимена. Короче, мы сейчас будем играть в прятки. Нет, так не пойдет. О, прятки, хочу прятки. Правила максимально простые. Вы сейчас... А давайте вы будете водами. Нет, нет, а давайте... Вы сейчас вместе с Броком идете домой. Мы пойдем прятаться в этой деревне жителей. Вы нас должны найти. А почему это мы сразу? Все, давайте, мы пошли, решено, решено, все, давай, вертолет. Пошли, ну, ну ладно, пойдем, как тебя там зовут? Не забудь, не забудь, не забудь. Не будем. Огнемет, да. Я, огнемет. Дадим гостям возможность. А ты придунь, ой, ежиха. Сам ты придунь. Идем, Нубик. Так, а до скольки считать, я же не сказала. Да до 10 считайте, мы такие профессионалы. Все, прячься куда хочешь. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Все, пойдем искать их. Так, все, так. Не найдете. Не найдете, не найдете, 100%. Найдем, ну, деревня жителей, это не такая всего большая территория. Мы вас сейчас они... найдем. О, что-то долго ищете, может вам подсказку уже дать, я не Ой, знаю. Ой, наш этот вертолет лежит. А так, это что-то такое, Нубик, что-то я, меня кто-то ударил, похоже. Так, ладно, сейчас. Они, наверное, в колодец залезли, я знаю. Да. Да, они, эх, наверное, меня, а кто меня столкнул в колодец? Так. Да что такое-то? Я... А как теперь вылезти? Вы чего там? Ну вы где там уже? Вы где там уже? Выходите? Нет, да, вы в колодце купались. Может вам подсказку уже дать или что? Я просто так почему-то кто-то столкнул меня. Меня тоже столкнул, я вылезти не могу. О, смотри, Брок, проход. Я и плаваю не очень хорошо. Ну где вы там? Я уже, о, мне скучно, уже что-то с вами прятки вообще неинтересно играть. Я что-то устала сидеть так долго, вообще не можете найти. Так, такое место легкое. Ух, я что запыхался. Так, сейчас найдем, я сейчас им найду. Я сейчас вас найду, поняли? Может подсказку давай, вам ты дать, что ли, я не знаю. Справа я слева, давай. Или наоборот, давай я справа. Ты давай. Короче, я нахожусь в кузнице, все, ищите меня, я в кузнице. Это уж совсем подсказка. Значит, он не в кузнице, Нубик. В кузнице, но он кузница, нас обманывает. Это мы легко найдем. Он обманывает нас. Он обманывает. Ну, Нубик, чего, не замечаешь, нету, что ли, меня? Как ты меня не увидел-то? Я прям в уголке стоял же. Нечестно. Так, сейчас я им... Так, на... Ой. Нубик, отвлекай, отвлекай, сейчас их найду. Может быть, они в этом крайнем доме? Ах, кто-то меня ударил? Ладно, я в кузнице стою, найдите меня кто-нибудь. Нубик. А кто меня мог ударить тут? Что-то какая-то нет, странная... Нет, по-любому, я сейчас приду, и тебя там не будет. Ну давай-давай, посмотри. Если так, я здесь, то ты мне алмазик должен. Так, сейчас... Вот, тут... тебя в смысле? Вот я стою вот здесь в углу вот все время стоял. Ты чего, так, совсем что ли? Тебя тут не было. Был я, ты так просто глаза не, был, не, был, не открыл, заходил, и ничего не было. Видно. Ой, что это ты такое что? Тут? А меня-то найдут, нет уже? Ты что? Ха-ха, попались, затроллили, затроллили. Подожгли нас. Так. Эх. Так, так где ты, Пергуни? Ой, Ежиха. Ты что, в Ежиху не нашли? Я, эй, смотри, я Ежиха. Это сейчас мой я прикол. Найду. Ха-ха, это больше не найду твой прикол, все. Вообще-то я родилась и сразу... Это наши деревни жителей теперь. Эй, вы что, офигели, что ли? Давай, пуляй, пуляй их паутиной. Давай, давай, давай. Пергуни, ой, Ежиха, давай, стреляй. Как давай, пердуле, стреляй. Как зовут-то, я вообще-то огнемет. А, пердунет тогда. Пердунет, да, какой-то. Передовет. Давай, 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 давай. Иди сюда, подходи. А куда делся ты? Иди сюда. Закидывай, закидывай их. Сейчас, подожди, ты меня закидывай. Я сейчас покажу. Так, иди сюда, подходи. Как ты летать можешь? Я застрял, застрял. Застрял. А почему? Брок, ты где? Я тебя вытащу. Ничего я тут меня застрял. А все, вылез, вылез, Нубик. Идем. Ну давай, идем, его поймаем. Ладно, что-то скучно. Короче, что у вас тут еще интересного есть вообще? Да, у вас есть какие-то развлечения? Аквапарк есть. Аквапарк? О, пойдемте в аквапарк, я купаться хочу. Я купаться хочу, пойдемте. У нас тем более памперс водостойкий. Пойдемте, пойдемте скорее в аквапарк. Куда? Вот туда идти, где зонтики? Да, 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 да. Туда, наверное. Я лечу на вашем драндулете. Вот сейчас на драндулете. На нем нельзя летать, прям сейчас лучше слезть. Так. О, полетел, он обратно летит. Ой, ладно, пойдем, короче, без них пойдем. Нафиг они нам нужны вообще. Что, пойдем на горки сразу? Пойдем, пойдем. Слушай, динамит есть у тебя? Давай бомбанем все здесь.
Динамит нет? Да, надо, короче, взорвать себе горчивник, чтобы ничего не осталось. Откуда он туда сел? Я могу так его достать, если надо. Ну ладно, давай пока что не будем. Я вообще-то так, все могу достать. На всякие крюки вот такие, о, прикольные есть, смотри, как можно. Эй, вам нельзя на такую горку. Вообще-то можно, это легко. Опа, изи. Нельзя, вы слишком маленькие для меня. Это ты слишком маленький. Вот там прыгает. Ай. Слушай, круто, прям сразу в горе. Ты чуть не утонула за этой горки. Да я лучше тебя вообще-то плаваю. Да мы вообще что хотим делать, мы никого не слушаем. Да он вообще плавать не умеет, наверное, Нубик. Сами себе хозяева. Эй, я вообще-то... Я сейчас с крюком залезу. Ты понимаешь, что толкаться на горках нельзя? Конечно, можно. Да, это опасно. Тут можно подскользнуться, упасть. Опа, вот как я. А что, не учили делать? Так, ух, а почему тут лава-то? Откуда тут лава-то взялась? Я чуть... Это что тут вы делаете? Чего? Ничего не было, что там такое? О, бомбанулось что-то там, у вас горки сломались. А вот унитазная горка. Вы понимаете, что это... Нубик, горка, я его хочу поймать. Это аквапарк, Нубик, а что за напасть жителей? На нас тут? И вы просто пришли ломаете. Какие-то... Какое деревни жители? Вообще-то Шадимен это строил, он нам разрешил. Мы ничего не делали, это не мы. Куда? Это не мы. Где я? Он вот, разрешил они, кстати, куда вам. Уехали? Надо им обязательно вам сказать. Метят? Да, конечно, он разрешил нам кататься уже на этом. А что у вас разрешили? Вам разрешили ломать деревню? Этот аквапарк? Я ему сейчас устрою. А, попался. Сейчас я ему... Где он? Давай еще каким-то развлечением. Давай, а что еще есть у них тут? Реально, смотри, какой-то домик есть разноцветный. О, давай туда, давай туда. Гостей. Мне кажется, их попровоживать пора. Подожди, только у них там мороженое продается, по-моему. Смотри, там лавка с мороженым есть. Давай пошли скорее. Я не пущу вас. Так не пускай, просто... Просто мороженое нам дай и все. Я еще тут застрял. Нас не надо пускать. Так, я тоже мороженое пеку, подождите меня. Куда не надо пускать? Не надо, Нубик, не пускай их туда, не пускай их мороженое. Так, можно мне? Так, я буду дынное, арбузное, вишневое, карамельное, шоколадное. Не надо никому давать, это наше мороженое. Так, Нубик, ни в коем случае не пускай их, они сейчас сидят я в нашем мороженое. Вот, не пускай никого. Нет, не пускай. Так, нет, давайте, выдавайте скорее. Эй, выдавайте мороженое отойди, быстрее. Да. Мороженое давай. Отходи. Я отошел уже. Все, не подходи к нашему мороженому. Вот, я тут забаррикадирую все. Чё там? Так, Пурделёк, я набрала тебе, давай, Ижиха, идём. Давай мороженое скорее, давай, выноси. Давай, побег из окна. Нубик, быстрее, о, давай, выбегай, побег из мороженого. Давай, закрываю тут всё. Опа! Ты ой, всё заделаешь. Вон, смотри, портал затя какой-то. Что такое? Какая-то дверь открылась. Всё, закрываем, никакого... Что это за дверь появилась, смотрите. А что это такое, Ой, прикольная что-то. Это что такое? Я туда пошла. Иди, заходите. Все, пока, все, пошли пока что в дом к ним приберемся, пока мы не будем. Используй крюк, телепортируемся с помощью него. Пошли в подземелье. По-любому у них там есть какое-то что-то очень интересное, мощное такое. А, тут кругом лава, что-то. Ой, я опять застрял в лаве. Че там? Ща, иди сюда скорее. Тут секретный проход Шадимена есть. Давай в тоннель спускайся. В туалет спускайся. Надо звать Шадимена с леской. Мы не справляемся с этими какими-то дикарями. Они что там? Они из какого-то племени, наверное, совсем дикого. Где ты? Внизу, да? Да, вот именно. Их вообще не остановить тут. На. Смотри. Нет, они, наверное... Вот это мощно, это не удивительно. Вот это вообще крутая штука, смотри. Я вообще тоже не знаю. Я не знаю, пошли посмотрим, что это такое. В шоке от о, тебя. Здорово! А где здорово? Где вы там? Идите здесь, сюда, здесь хоть. Какое такое слово, о, все, нормально. Что такое? Давайте играть. Кто двинется, тот проиграл. Все, все остановились, зафиксировали, все, все стоим. Все, кто двинется, тот проиграл, все. Это что? Брок, так я вообще-то не двигался, ничего не делал. Ракета с самонаведением, она сама. Что за такая ерунда еще? Вау, крутая штука. Что происходит? Все сломали. Я думал, я больше всех все ломаю. Оказывается, нет. Нет, Брок самый бомбитель. Я вообще, оказывается, самый добрый и милый ребенок. Смотри, сейчас дерево попаду. А это вообще какие-то дикие. Дерево подорвалось. Вы что творите? Опа, попал. Ой, леска придет, он всем устроит. Смотри, сейчас все алмазное будет. Сейчас все алмазное будет, смотри. Вау! Это что такое? У вас деревня жителей будет алмазная. Вот это крутотень. Нубик. Это мечта. Давай звать. Ложись, сейчас будет дождь из всех. О! Это ё-моё!
Я умываю ноги отсюда. Вообще, что-то вообще все. Меня затоптали тут этот зоопарк. Жесть. Веселье, круто. Самый веселый день. Это слишком жесть какая-то происходит. Помогите мне, что творится. Сегодня самый лучший день. Мне кажется, Нубик, надо снизить кошмар. Это вообще дичь какая-то тут происходит. О, я так мечтала. Это супер. Я никого. Так, отойди. Отойди. Не что они делают, не позволяем. Смотри, сколько мутантов я здесь. Я сейчас устрою, я поехал за Шейди, все, я поехал. Это мечта. Брок уходит, лови Брока. Уже не поехал никуда. Давайте еще поиграем, так весело, давайте еще играть. Давай, мне вообще нравится на самом деле. Давайте поиграем. Опа, я хочу еще играть. Ой, как тут все жестко бомбанулось вообще. Давайте к вам в гости. Да, давайте лучше мы у вас в гостях поиграем. Так, а это что такое? У нас тут, вы что творите тут? Ты про что? Ты что нашел? Что нашел? Покажи. Динамит лес называется. Сейчас посмотрим, что это. Давай динамит лес. Эй, не надо, лес. Нубик, я сейчас что-нибудь тут устрою. Смотрите. Что происходит-то? Что вы сделали? Все, мы теперь живем в лесу с вами. Кошмар какой. Офигеть. Как это круто. Нет, наша. Я хочу посмотреть. Наше здание, в котором живу. Это очень круто. Слушай, мне очень нравится. Мне прям очень нравится. Я сейчас сверху посмотрю на это все. А тебе не кажется, что... Вау, машина на дереве у нас, слышите? Да, она взлетела. Да, реально, машина на дерево взлетела. Нубик, а что здесь происходит? Слушай, мне кажется, это не деревня, это мечта. Ладно. Дорогу бомби дорогу. Жих, я думаю, то, что пора домой, наверное. Что-то с ними неинтересно. Ладно, ребят, мы домой, наверное, пойдем. Что-то скучно с вами. Ну, Бас, вы где вообще? А вон они бегают. Вы скажите, где вы живете, мы к вам придем, вашим родителям. Не, кто не расскажет? Надо. А не, мы далеко живем, мы там в космосе где-то. А мы приедем все равно, мы вот пойдем, ежиха. Сделаем... Ой, иди опять сюда. Я загорелся. Давай. Вообще-то ежиха, это мое второе звание. Все, полетели. Нубик, тут... Где они тут? Ребятушки. Вот, почему ежиха, когда смеется, она такая... Эй, где ты? Смотри. Все. Нубиссимо, Кубиссимо. Все, давай, пока. Я полетел. Вообще какой-то кошмар. Все, Брок, пока. Я полетел. Ну что же, я думаю, то, что сегодняшний троллинг Нубасьона, Кубасьона и Брока удался на 100%. Все, они меня уже не слышат, а на связи был Шедимен. Всем удачи, хорошего настроения, не болейте. Увидимся, услышимся в следующем ролике. И всем пока-пока. Пока-пока-пока.